Более 30 миллионов долларов похитили хакеры. Шестая в мире по объему торгов криптовалютная биржа и крупнейшая торговая платформа Южной Кореи Bitum сообщила о кибератаке. Вот и вывод средств с биржи на данный момент приостановлен, сообщает портал BitNovosti со ссылкой на Cointelegraph. Биржа сообщила о взломе вечером 19 июня в своем Twitter-аккаунте. Сумма украденных средств 30 миллионов долларов составляет 10% от суточного объема торгов на бирже. В своем заявлении в Твиттере биржа обязалась компенсировать украденные средства пользователям, пострадавшим от хакерской атаки. Однако позже данный твит был удален. Двумя неделями ранее налоговая служба Южной Кореи выставила бирже Bitum счет на аналогичную сумму – 28 миллионов долларов.